Красноярские автоинспекторы устанавливают обстоятельства массовой аварии, которая произошла накануне на улице Северо-Енисейская. Там около 6 вечера «Волга», двигаясь зигзагами, выехала на встречную полосу, зацепила несколько машин, врезалась в иномарку и загорелась. Повреждены 5 автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Виновник аварии утверждает, что ему стало плохо, якобы начался диабетический приступ. Но почему-то он выехал на встречку, вместо того, чтобы остановиться, объяснить не смог. При этом на еще одной из записей видно, что отечественная легковушка двигалась на аварийке, буквально продиралась через поток машин. Через заднее стекло можно разобрать, что с мужчиной что-то происходит. Его трясет, после чего «Волга» сорвалась с места. В результате столкновения автомобиль «Волга» загорелся. Пожар был потушен участниками ДТП и очевидцами. Как было установлено впоследствии сотрудниками госавтоинспекции, водитель «Волги» был трезв. В ДТП никто не пострадал.